Да, последняя трансляция. Больше не буду снимать. Привет. Хай. Снова я с вами. Слишком нормально выскакал. Привет. Привет. Хорошо, вы как? Сотка, спасибо. Просто больше не хочу снимать. Где ты? Я его не верю. Я бы не верю. Что зачем? Ты же типа отдохнешь. Почему типа? Последний раз, но просто мне кажется, уже нужно прекращать. Почему не последний? Ты как у нас? Нет, не из-за гигабайта. Мне 19. Просто мне кажется, уже нужно все это прекращать. Нет, не за кого уходить. Так больше не пиши, не пугай. Но это реально последняя трансляция. Сейчас будете писать, да? Hello, Hollywood. Very good thing for export. Он же это и просит, да? Привет. Надо похвалить. Ладно, первый выйду. Давай, пока. Не обязательно слушать. А когда он сказал? Нет. Сегодня, да? И как потом нет, будет? Нет, сегодня, завтра. Не знаю, может, в городе где-нибудь встретите. А у вас сегодня до завтра? Привет, спасибо. Сегодня до завтра. Он типа метеор будет ставить, поэтому. Да. Почему последнее? Я уже объясняла. Все уже, в принципе, нужно заканчивать. Я уже с этим. Это ненормально. Это уже. В общем, это президент вот этого экс-джигола, да, я уже спешу до короче лет. Президент of the Net IREC Observatory for Higher Education and the former director of UNESCO European Center for Higher Education Paris, France. Привет, как я хорошо выкакала, you fine, you. Хорошо. Зачем вам встреча, я же не какая-то звезда. Пока не сижу, ты мне игноришь. А что вы задавали, какой вопрос? Да, co-director of Global Hub of the United Nations. Я просто суть в том, что он хочет показать роль университетов и студентов, которые учатся, что это хорошо для них, в том плане, что они могут воплотить свои идеи. Привет. Типа это хорошая мотивация. Хорошая мотивация, да? Для привет. The contribution of universe. Спасибо. Что-то типа они могут award получить, да? А вот так напишите, что вот... I agree. Да, ну что, типа вот мы согласны, что это очень хорошая возможность для молодых ученых, для студентов. Прямой эфир. Привет. У вас идет.
часть, но тебе не будем мешать. Вот это посел сейчас, скажет, а что там такое у вас вообще? Что за урок, да? На конференции, что ли? Можно я тебя отвечу? Привет, нормально как? Так. Кстати, прямые выпуски. Я все узнал, что хотела. Теперь будет действовать. Ладно, мне пора. Это же вообще вот этот шикарный вообще, да, инструмент какой, да? Вот раньше такого не было. Журналисту, чтобы прямой эфир выйти, надо было огромный автобус с собой вести. Спасибо. С какими-то непонятными антеннами, да? Угу. А сейчас видишь, что происходит. Выходишь в эфир хоть где. Абсолютно. И делаешь свое собственное шоу. Вот как сейчас, прямо на наших глазах. Настоящее шоу происходит. А то шоу? Да, там 2000 человек сидят, висят сейчас. Так. Учите, в общем, он, короче, он тем самым, он вот, мы согласны с тем, что это замечательная возможность для молодых ученых, студентов, проявить себя в качестве исследователей. А какую прекрасную возможность? Это да? Актуальные темы. Вот. Хочешь, чтобы я тут станцевала? Связанные с экологией. Нет, создайте программу. Ты про это? Хороший шанс для студентов. Да, для студентов, для ученых. Вот, я в университете. Но здесь, получается, никто же не этот материально не помогает, да? Ладно, не делай, что денежные. Ну да, там, в общем-то же, в интернете ресерч, он же бесплатный. Речь не идет о том, чтобы... Ну что, я его не верю. А почему теперь я не живу? Привет. Что, прокомитесь? Да. Я не знаю, где мы можем пообщаться. Я вроде вошла, сам уже войти. Привет. Точно? Залогинились? Ага. Может, на YouTube канал или что? Нет, нужно именно вот на его профиль. Хорошо, у нас как отлично. Спасибо. Может, страницу обновите? Hello. В прямом. Больше не буду снимать. Плохо. Почему плохо? Это я в универе. Да, ну. А у вас что? А у вас получается? Отсюда возьмите. Я должен зайти. Нет, я уверена, что я зашла. А как здесь оставить комментарий? Она даже не нажимается. Вам надо тоже. Привет. Зайти. Что-то вышло. Так, через зарегистрируйся. Да, я больше. Я больше не буду снимать трансляцию. А как зарегаться? Как дела? Хорошо. Блин, я не помню, как у меня там было. Что значит, можно смело ударять перископ? Как доступ? Можно же. Кола? Ау. Перископ-то был до пенда. Чок-чок. Перископ хоть. Опять перископ? Да. Пока. Фейсбук там время регистрации, типа, но это уже Фейсбук там страницы же. Много красавиц же есть, которые сейчас снимают. Я же говорю, я в универе. Три. Пока не сижу. Учусь в КазГУ. Привет. Там прямого эфира есть. Перископ, Инстаграм. Инстаграм, Фейсбук. А, еще Ютуб, да? Фейсбук. А, еще Ютуб есть. Фейсбук. Фейсбук тоже многие пользуются. В этом да, последний факультет журналистики, второй курс. Ага, а где здесь? Я нажимаю на регистрацию, она не нажимается. Записываешь, да, и выкладываешь. Что-то такое. Да, это не прямой эфир. Фигня. Это просто запись. Ой, да хватает, одного Инстаграма хватает. Инстаграм, не сюда прямой эфир. Ага, смотрите, не нажимается. Чего? Нажимаю на регистрацию. Не заходится. И страница не найдена, выходит. Нет, надо обновить страницу, вот еще. Прикиньте, профиль нажимаю. Как а разговаривал? А у вас не доступ к этой странице. Ты зашел? Я зарегался. И? Как что? Да, последнее. Бонжур.
Может, нет, может, мне кажется, это не Facebook, а нужно имя написать. Может, через Facebook не стоит заходить? Нет, последнее. А там как-то еще можно быть? Что прошу? Знаете, я говорю, нет, последнее навсегда, я ее удаляю. Удалить хочу. Он теперь вообще не грузится. А в любом случае нужен email адрес. Да, да. Все, что он просит, надо вы значит, не всю. Не знаю, просто надоело все это. Он уже до этого заходил. Перископ, не перископ. Очень хороший статья, очень хороший статья. Это не статья. Просто говори очень много раз, напиши реально вот так и все. А? Видео вывел. Че? Не, на КВН дай там она. Это ты надо получить. Нет, нету тамблера. Зачем тамблер? Короче, у меня вообще интернет погнал, походу. Салматы. А может быть из-за этого там можно сказать, что есть технические проблемы? Возможно, да. Там всего-то 5 просмотров. Да там даже ни одного коммента. Нет, кто-то, может быть, очень хотел прокомментить. Но не получилось. Потому что надоело, больше не хочу сидеть. Мне кажется, это неправильно. Проблемы с сайтом, она не раз повторялась еще тогда. Вот, поэтому. Сайт кривой. Не каменный. А вот сайт кривой. Ну, понимаете. Я казашка, да. Нет желания вообще заходить сюда. Казах там. Нет, мне никто не промыл мозги. Я уже давно об этом думаю. Короче, надо ему сказать то, что это нереально. О, боже, не хочу я больше. Оставить коммент ему. Пусть ты оставил? Mm-hmm. Да? Нет. Ой, теперь у меня вообще страница не открывается. Что Слава. Такое? Троси. Короче, не судьба. Интервью. Зачем? Нет, я не осыпать вам. Посмеялся. Спасибо. Даврен, ты что? Что ты делаешь? Порыбишь. Несмотря. Куда ты закидывала суши фотки? Странно. На сегодняшний день интересная статистика, да? На сегодняшний день почти 2 миллиарда, 1,97 миллиарда. Скоро. Общее число пользователей соцсетей, которые используют мобильные устройства. Да, на учебе. Пользуются соцсетями. То есть это 27% от планеты. 2 миллиарда? Почти 2 миллиарда. 1 миллиард 97. Что это так? Спасибо. Да. А что так мало? Ну, 2 миллиарда это очень много. Это не 20%. Это 7 миллиардов. На Земле всего 7 миллиардов. Да.
Салам алейкум. Большая часть планеты живет ниже уровня нищеты. Ну, голодает. Вот больше говорят, что больше половины населения планеты голодает. И у них нет воды, еды, ничего. Это больше половины населения. То есть, допустим, там, там даже Алматы, спасибо, уже это как Лас-Вегас. Да. А еще вот еще статистика такая, да, 2,31 миллиарда, то есть это уже, да, больше, это 2 миллиарда 300 миллионов, правильно же, примерно, да? Благодарю. Это общее число активных пользователей соцсетей. 2 миллиарда 300 миллионов человек. И тут охват уже 31%. 31% от всего населения. Это что, ямочка, что ли? Глобалисты же говорят, что основная мечта глобалистов — сократить численность населения. Привет, на учебе сижу. Хай. То есть они говорят, что планета рассчитана на 3 миллиарда. Хай, thank you. А у нас где 7 миллиардов. То есть они пытаются придумать способ уничтожить сразу с такое количество. Такое количество людей уничтожить очень трудно. Ни одна война не сможет такое количество людей уничтожить. Ну, во время Великой Отечественной войны сколько там было? Миллионов? Там 40, наверное, да? Казахстан. Это же не миллиарды, Казахстан. Они хотят уничтожить 4 миллиарда человек. Это нереально. Казгу. Yes. Там, видишь, золотой миллиард. Золотой миллиард, да. Золотой миллиард, да. Кто это сказал там? Маргарет Тэтчер? Моя мать Наташа. Что в России... И там хватит 15 миллионов. Да, да. Она сказала, да. На такой огромной территории 15 миллионов. Отмечалось так? Да. Thank you. Да, конечно. Почему у меня фигура? Нет, они хорошо начали, но потом споткнулись. Фигура у меня в порядке. Ну, вообще, Запад. Они же начали неплохо. Они... полной деградации вообще России довели до полной деградации одно время. Вся Россия спивалась. Молодежь, да, вот. Да, да. Сейчас ситуация все равно, она остановилась. Вот такую вот, да, последний. Больше не хочу сидеть. Тренд алкоголизма, да, да, да. Но все равно дальше уже не пошло. Сейчас уже больше умных русских. Да, они пытались договориться до конца. Армию прибавить к рукам, пока вот это не получается. Так. Это политика Европы, да, не Америки? Ну, это вообще политика, спасибо, сил неких, у которых в руках слишком много денег. Это которые Golden Billion же, да? Ну, вот они, это их концепция. Золотой миллиард? Это, да. Золотого миллиарда. Ну, это, наверное, вот принято считать, что есть какой-то комитет 300, что есть 300 семей. Зачем мне там, блядь? На планете, которые, у которых все деньги мира собраны. А там, скажем, это же совсем другие деньги. Это же, спасибо, например, за лайки. Это даже, ну, наши бизнес-элита такие деньги даже в самом страшном сне не видят. Резинкейцеры? Что за? Что за резинкейцеры? Привет. Спасибо. Так. Вы знаете, что такое корпоративный блог? То есть еще одна сфера приложения вообще журналиста, как сейчас специалиста, он говорит. Журналист может вести в принципе корпоративный блог. Это вот бывает на каком-нибудь сайте компании, корпорации, допустим, создается отдельное окно, раздел. Блог или новости, или статьи, и туда закидывается вся вот эта вот контентная активность. Вот так это можно видеть. Смотрите, видите, допустим, статьи, заголовок, заголовок, подзаголовок, кнопка подробнее. И в принципе человек может зайти и почитать какие-то интересные статьи. Допустим, вот люди думают, ну а как можно, вот о чем можно писать?
больше не хочу сидеть здесь, поэтому. Люди умудряются писать даже про строй материалы, полезные статьи, интересные. А интернет, в интернете они нужны. Вот такие статьи нужны, потому что это хорошо для поисковых систем, для рейтинга сайтов поисковых систем, в органическом месте это где? И это хорошо вообще для выстраивания отношений с аудиторией, с потребителем. Так вот, смотрите, вот есть кратко, допустим, 10 тематик для статей в корпоративном блоге. Я вам сейчас эту ссылку скину. Просто вот случайно я обновлю, мне понравился этот расклад. Бывает обзор продукта. То есть, вы, допустим, вы приходите в какую-нибудь компанию, корпорацию, и, допустим, там, ну, пару дней мучаетесь вопросом, чем бы вам заняться в этой компании, как нанести непоправимую пользу этой компании, да? Читайте по губам. И вы подходите к директору и говорите, вот, товарищ директор, есть идея. Он говорит, какая? Вот я вот могу в интернете, вот, допустим, полезный контент, ладно, прямо на сайте команды. Сделайте мне, допустим, такой раздел. Он скажет, зачем? Вот такие-то аргументы, что это хорошо для поисковиков, это хорошо для аудитории. Он говорит, все, окей, а можете не фоткать. В принципе, вам как контентчикам вообще без разницы, о чем писать, потому что вы всегда выглядите. Больше не хочу здесь сидеть, просто я трата времени. Правильно я говорю, да? Мне 19. То есть вы же журналисты? Журналист, он всегда в этом его универсальности состоит. Его там, где угодно, десантирует, и он найдет, о чем писать. Ага, а что такое розенкрейцер? Розенкрейцер, знаете, что такое? Розенкрейцер? Крейцер. Не знаете? А вы знаете? Нет, мне тут сказали, спросите его, Гайки, он должен знать. Что такое розенкрейцер? Это не человек, а забыл литературу. Давай, сейчас, посмотрите. Не знает. Почему Алай должен? Баш на баш вообще не стоит. Да уж. Розенкрейцер? Розенкрейцеры. Вот. Орден розенкрейцеров. Блин, я так глубоко не копал, честно. Да? Типа там было, но я читал книгу про Блаватскую. Слышали? Я помню, меня это интересовало, но что-то я вот это не учел. А что там среди ваших знакомых есть серьезные исследователи? Не знаю, я тут просто в трансляции живу. Тут они услышали то, что мы тут обсуждаем, и спросили, чтобы я, ну, сказать, чтобы я спросила вас, может, вы знаете, да. Ну, там просто у вас хорошие специалисты. Давайте ночью у них там. Может, я не знаю, как включить. Рассказать? Козгу. Что-нибудь интересное? Салям. Розенкрейцер. Про Розенкрейцер. Орден Розы и Креста. Ну, вообще есть такая теория, что все вот эти глобалисты современные, всякие Оппенгеймеры, Рокфеллеры, кто там, ну-ка, подсказывает? Рокфеллеры. Кто вот на слуху? Трамп выйдет, да? Нет, не Трамп. Трамп очень богатый человек, но к нему не относится. Ротшильды, да? Вот эти все банксеры, как их называют, да? Которые владеют деньгами, которые вообще по идее, они владельцы гигантского печатного станка, который называется Федеральная резервная система США. Клукс клана. Они ничем не подкрепленные, они где-то в каком-то 50-каком-то году они отказались от долгового стандарта. Hello, thank you. И решили просто печать банк. Вообще есть такая теория, что есть такая теория, что все эти люди, они происходят из древнего Египта. Fine. Что это древнеегипетские жрецы. Thank you. А эти жрецы, они были такие шарлатаны, можно сказать, да? Они держали в руках всех фараонов. Фараоны делали то, что они им сказали. То есть они диктовали политику, короче. Они там, с помощью мистицизма, каких-то оккультных знаний, вот это вот все, они там наводили шорох, и
фараонов, в общем, в узде держали. Это такие влиятельные. Потом они накопили какие-то деньги, капиталы, по-моему, дальше пошли на север. Вот, Универтия. Как вы сразу сказали? Кастинг, где мы живем, кастинг у нас. В университете есть. Да, вот эти жрецы, это всякие вот Далай-ламы, да, потом эти вот папы римские, там всякие, там, у православных свои жрецы, у мусульман свои жрецы. Чингисхана нет, он полковой. У него тоже было. А у него рядом с ним был ходил, да. Ладно, что-то скучно, да? Когда все буду завершать. Кого? Трансляцию сообщения. Вообще для руководителя. Вообще-то для руководителя в том случае нельзя. Что нет? Надо уже заканчивать. Скучно стало. Тем более завидовать. Нет, да, он как бы никому не говорил, не этот, но он в душе, я прочитала книгу, и он как бы недолюбливал его. Скука. Да, за то, что он знал все, он вечно указывал ему. Да. А вот, он же был... Вот, то же самое делали древние египетские жрецы там. И вот они потом попали на территорию Европы. Они потом вот... Привет. От них пошли в свое время эти венецианские купцы. Салим, привет. Просто надоело, больше не хочешь снимать. Поэтому последнее. А потом они уже Ла-Манш попали в Великобританию. А в Великобритании они уже там превратились. Просто уже скучно стало что-то, поэтому хотел последнее, все. Больше не буду снимать. Удалю, наверное. А потом оттуда они попали на территорию штаба. И там пустили в горле. Очень мощно. То есть получается, как бы США и Великобритания. Типа сейчас вот эти, которые самые крутые. Да, это уж как-то жил бы мне. Да, вот есть такая дверь, что они потом эти. И там еврейство даже ни при чем. Там все говорят, евреи, конечно, они тоже при делах очень сильно. Плохо жил. Там да они не привели человека. Почему евреи? Ну, они умные, хитрые, вот это они с рождения, да? Почему это? А, это там вот история же есть, да, с этим, то, что это любимый народ Бога, да, что такое, кажется, евреи, да? Считается. Я вот не знаю. Зачем? Но, они себя так. Погода отвратительная, да, просто считается. Ужасная. Ненавижу снег, надоело. Только ты не подумай. Вот. Потом, значит, то есть получается, нет. Это разношерстная публика. Там есть разные самые... Не хочу евреев. Зачем мне казашка? Там среди них есть евреи. Ничего лишнего. Вот среди вот этого комитета 300, хочется лето, даже в Кине. Кого только. Да. Там я удивлюсь, что 300 там даже не консульт. Да ладно. Вот таким образом они... Посмотрите ролик. Да. Союз КВН. Кроме с претензией на санкции. Заседание ООН, Союз США. Все ведем себя в США. По привычке своей, прикрываясь Европою, главное хочу себя ощущать. Повернулась к России, Америка попою. Нет. А, да, КВН-ка. Не грусти. Классно. Все хорошо. Вообще всех. Лучше бы я дома сидел. Это где?
Нет, это у нас так пара проходит. Вот один из вариантов приложения журналистского мастерства. Это корпоративный блог. Так вот, вы приходите и начинаете свой проект, говорите, а что вы будете писать, о чем? И вы предлагаете вот эти 10 видов контента. Обзор продукта и услуги. Это фото, видео. Можете плюсы и минусы разбирать. Это тоже очень полезно. Руководство. Последнее. То есть руководство, да, это мануал, да? Просто, наверное, надо уже заканчивать с этим. Например, там, как починить дисплей телефона, пошаговые инструкции к этому и так далее. Не знаю. На самом деле, да, это удалить вообще. Я всему этому очень серьезно. Так что удалю. Я раньше тоже не серьезно относился. Когда я вот в Штаты ездил, Москва, с редактором, с International Editorial Group, уверенно вышел. Подписаны на очень большой опыт. Многих красавиц. Как райтера, так и эдитора, так и писательский опыт. И он говорит, пишите, говорит, у себя в редакции побольше сайдбар. Я говорю, вот ну, есть сайдбар, но это такие вот выделенные рамками вот, на всей странице, такие выделенные цветом, рамками, маленькие советы, полезные советы, инструкции или лайфхаки. Спасибо. Я говорю, а что это даст? Вот чем нам целый день заниматься? Он говорит, да, пишите, говорит, эти сайдбары. Это говорит, очень полезно для в целом для издания. Здравствуйте. Привет. Ну, он там дал. Раньше я слушала, когда маленькая была. Казнила. Это делать. Целую. Ну и вот, я говорю, что вот руководство. Рахмет. Метр 62 или 63 где-то. Милая, спасибо. Ну, ты же... вот. Следующее, допустим, мнение и рассуждение. Слава Богу, рахмет. Свое мнение на какую-то тему. Но на самом деле, я вам так скажу, все, что здесь есть, и даже вот ровно в 5 раз больше. Не надо меня скриншотить, пожалуйста. Материалов по контенту, рахмет. Вы получали, нет? Там, где 56 видов контента. Там есть абсолютно все это. И даже в 5 раз больше. Да. Поэтому вот, их посмотрите, изучите. Я попробую, я вот сейчас вот потихоньку работаю над тем, чтобы расширить этот материал и по каждому виду контента там. Вся жизнь впереди. Написать небольшие комментарии с примерами, чтобы это было как какое-то пособие. Также инфографика, вот мы изучали инфограмм, да? Ну да, конечно. Так я и поверила. Хватит. Пока. Рост 1.63 метра, что ли? Вес 45. Спасибо. Интересный пост написать о том, что есть вот какие-то тенденции в области строительства, которые, допустим, вот вы видели когда-нибудь, как работает 3D-принтер в большой промышленности? Вот, есть, возможно. И он может вам напечатать вот такой компьютер. Спасибо. В коне сижу. Проектор. Сколько раз? 1.63 метра или 4, ну, или 2, не знаю. С его помощью недавно напечатали целый дом. Живой дом. Он круглый, то есть потому что его, там технология такая, что не нужно. Много выносно, жмом барак. Всякие арматуры, ничего не надо. Он берет его, печатает и журналистика. В форме купола. Интересно, но он полноценный дом, там можно жить. Получается, это прямо из кирпича? Вопрос какой? А с какого-то материала? Домочка, понятно. Это хай-течный материал. И из него, короче, на сегодняшний день цена же тоже на месте не стоит, а не с помощью 3D-принтера.
да. Очень, которая работает, которую можно... Террористка, нет. Саживать человека, она будет там работать. Ну, специальных материалов. Искусственная речь. Да, я не говорю, что в будущем можно будет искусственное сердце. Человека сделать? Ну, вообще, вот, это не только за это, да, мне кажется, там наверху. Этот процесс рано или поздно остановится, когда человек станет настолько крутым, что возобновится Бога, да? А он же может стоить к этому привести. И тогда будет, наверное, Нью-Йорк. И, значит, потому что неинтересно. То есть это постоянные идеи. Вам надо постоянно работать над тем, чтобы у вас было много идей. Допустим, вы там, допустим, мы можем, допустим, или сейчас, или на следующем занятии, как получится, взять, допустим, любой предмет, допустим, да, любой абсолютно предмет, и там вокруг него там много-много интересных идей. Допустим, родить, допустим, как его рекламировать, скажем, да? Креативные идеи. Креативные. Как о нем написать интересно, да? С использованием всякие методики. Вот одно из них, вот как к этому подойти, сейчас об этом вот эта презентация человечества. Ten ways to write them. Давай, папа. Вот почитайте. It's an art because it requires creativity, a sense of beauty and style, a certain aptitude. Понимаете, да? То есть это вот здесь. Нет, в целом набирается и искусство, и наука. Почему искусство? Потому что требует определенной креативности. Как раз безусловно. Там чувство прекрасного, чувство стиля, определенных способностей. Все aptitude, да? Это мастерство, навык. Все хорошо. И вот это вот реклама позволяет вам создавать контент, маркетинг, который убедительным и вдохновляющим. Да. Все супер. У меня все супер. Также райтинг эффективных текстов. Да. Вы понимаете, что такое копия, да? Копия — это текст. Они личные жизни. Да и учеба тоже. Ну, все в общем хорошо. За целом. Ну, 19 это ведь нормально. Текст — это также еще и наука, потому что очень по копирайтинге все сильно используется тестирование. Оценки. Конечно, нормально. Апробирование. Чтобы каждый раз точки ставить. Улучшение по результатам тестирования. Вот. Научная реклама сейчас позволяет вам развивать идеи, а потом тестировать эти идеи. Вот. Вы же смотрите, в плохом тексте вот всего этого нет. А, хорошие есть. Теперь. Можно перейти? Давайте. 10 типов текста. Plain copy. Ну, это так скажем. Не можно сказать такой. Все ровный plain. Это же такая равнина. Я уже привыкла. Ровный, спокойный текст. Plain copy. Это самый базовый подход к написанию эффективных текстов. Он очень простой. В общем, это не креативный. Нет. Не креативный вариант текста. Он, допустим, не платит. Что не заплатишь. На странице Google Analytics, допустим, можно найти такой текст, который просто объясняет, о чем этот цвет, то есть, зачем он может быть вам полезен, какие есть инструменты аналитические, чего можете достичь, какие выплаты. То есть это все описательные обычные тексты. Они не являются какими-то образцами литературного творчества. Они являются креативными, но они вообще не являются.
такие тексты тоже важно нам будет писать. И вам тоже придется с этим часто сталкиваться, когда вас будут просить просто написать какое-нибудь описание какой-нибудь проблемы. Да, спокойный, ровный текст. Какой-то, допустим, там, не знаю, что вы можете еще предложить написать. Таким обычным. Не знаю. У меня вообще очень много вредных привычек. Не знаю, там ахерки. Я говорю про вредных привычек. Купишь? Что куплю? Потому что everyone loves a good story. А я пьешь? Нет, не пью. Раньше у меня была привычка кусать кутикулы. Там еще часто трогаю волосы. Что еще? То, что связано с нашей жизнью. Нет. А потом, как они решали эти проблемы, так выражается? Заметили? Почему было интересно слушать? Там выступают люди, которые мои любимые. В жопе, грубо говоря. А потом они в Москве, да? То есть мне интересно слушать. Я вот тоже заметил, что людям интересно слушать success stories, да? Success stories. Вот это тоже часть истории. Людям интересны такие истории, потому что люди всегда до последнего надеются на чудо. До последнего верят в то, что тоже что-то произойдет. Поэтому им очень важно услышать истории, аналогичные истории, показывать, что люди есть, но не так же длинно, одна голова. Они точно так же ходят в туалет, как все. Аскар, хочу это летом. Делают интересное. Допустим, там какой-то научный открытие. Наймана нормально. Найнураж Найманка. Сайлем Турнал. Сейчас очень актуальные видео на YouTube, как написать свою собственную книгу. Люди смотрят, голос читают, не нравится. В Америке, я вам скажу, Джокита, который... Летом в Астане. Моя подруга там живет. Возглавлял. Когда домой? Все. Скоро. Добрый день. Я буду скучать. Я тоже буду вам скучать. Кинсика замужем? Нет. Подруга детства? Нет, не детство, со школы подруга. Она там учится и живет. Он выступал как эксперт по автобиографическим. Через 10 минут я тогда буду заканчивать трансляцию. Фильм «Призрак». Естественно, есть, да. Люди, которые просто надоело уже. Хочешь посидеть? Выйдешь замуж, будешь тоже там жить. Точнее, таких людей сейчас готовят, да? В Астане? Не буду я жить в Астане. Да, ну, вообще они уже как бы есть. Вы же не знаете, что мы можем быть в Астане. Допустим, к вам, допустим, обратиться к материалу. Тебя целует, говорит, что любит. Ой, да что мне интересно. Салям. Что смотреть? Чувствую, через 2 недели обратно вернешься в Прископ. Мы спорим? Не вернусь. Конечно. Нет времени. Может быть, на следующий год. Шучу, я еще высокосим сразу. Мне без разницы, кто будет первый. Как бы он захочет. Ну я сам, честно говоря, в Казахстане никогда не встречал таких заказов, но может быть они не знают. Я не знаю. Честно, такое-то, что если ты так знал, типа, ты должен написать книгу на эту тему, ты должен... Давай, я не хочу. Книгу написать? Да. Ну, это тоже писал книгу, по-моему. Почему бросаешь перископ? Ну, просто... Надо прекращать тут сидеть, уже хватит. Потому что... Прекратиться. Если вы не так, вам привет.
Сейчас, блин, каждый второй чуть ли не писатель. Скольким парням ты сердце разбил? Не знаю. Будут у тебя дети такие же, как ты, милые. Спасибо. Да, у нас вот журфакта, у многих, кажется, есть книга, не знаю, у всех есть книга. Это у студентов? Не, преподаватели. Не-не-не, вы про преподавателей, это совсем другое. Это немного. Вы сравниваете, потому что дело в том, что преподаватели заставляют писать учебные пособия, а их замуж уходишь, что ли? Только нашла интересную девушку, и она про свет перескажет. У тебя сейчас свой мир отдельный от группы, да, привет, пока, Салю. Через 4 минуты буду заканчивать уже. Я хорошо, пока. Поэтому я вам говорю, именно писать очень сложно. Так что давайте задавайте свои вопросы, потом уже не сможете. Нет, я волнуюсь. Ну как писать 300 страниц, не понимаю. Если бы я умел, допустим, ну, как я бы давно тебя... написал 5 книг. Честное слово, я об этом говорю, что, во-первых, это очень трудно. Очень трудно. Нет, наверное, не вернусь. Удалю просто еще. Во-вторых, многие люди хотят... Хотя у меня столько подписчиков и лайков очень много. И поэтому очень много сейчас вот в западной буржуинете очень много... Ну, теперь только в Инстаграме. Которые посвящены именно умению писать свои собственные книги, понимаете? 50! Вообще, ну это же просто талант должен быть, уметь писать, мне кажется, особенно если вы художественные книги. Они предлагают, это же научный подход, какие-то такие четкие методики, системы. Вы узнаете, что даже, в принципе, даже орангутан может научить книгу писать. Если допустим, там долго мучиться, то что им получится, правильно? Пятками по лицу пинают. В перископе есть. В описании. И вот это же есть. Фотки я не могу сейчас их показать. Как так тебя не потерять? Тебя не потерять. Нет, я не найманка. Ну, только в Инстаграме есть. 100% людей, изначально являясь идиотами, лезут наверх. Это инстинкт. Нет, не лобанка. Огромная толпа людей бурится, кому-то что-то надо, и они толкают друг друга локтями, казашка, да, к своей какой-то мечте, цели. Это природа человеческая. Ладно, считайте, что есть парень. Может, допустим, там, что начнется, напишу, не пишу. Все, я, короче, это как ребенок там. Ходить учиться, три раза упал, сказал, что я больше не буду. На боятся, да. Я больше не буду, короче, пытаться. Да. Так же, видишь, это даже, видите, это же человеческая природа, никуда не денешься. Поэтому люди... Все, через минуту уже, пока-пока. Пишут, блин, есть пирамида Маслоу, наверное, когда они писали, да? Что там на... У меня открыто две стороны. Да, что один из высших... Где гуляешь? Обычно только в кино хожу. Да, которая для многих людей означает написать и выпустить свою книгу. Это что, глаза, мансарда. И на этом вот эти бизнес-клиенты делают большие деньги на тщеславие. Какашками? Они используют тщеславие. Через 10 секунд уже. Вот еще, что интересно, почему во всем мире на журналистах огромное количество книг? Лайки цветом какашек. Мы даже не знаем, сколько. Да. Я живу в центре города. А тем более для интернета, я думаю, что и сотни миллионов книг. И, естественно, никто не читает. Никто их не читает. Но, ну, а, конечно, а как их прочитаешь? Это же невозможно. Да. Все. Но, тем не менее, всем пока. Количество книг будет расти. Не исключайте. Лично, пока есть человек, количество контента вообще будет постоянно расти. Что, зачем они пишут вообще для чего-то?
просто чтобы дали тщеславие. Тщеславие очень важно для человека. Может, не зайду даже. Иначе он, больше. Как ему сказать, будет вечно недоволен. Все, всем пока-пока. Недоволен собой, недоволен миром. И кстати, между прочим, там книга не абсолютно любимая. Есть, допустим, вот есть люди, помешанные на дорогих спорткарах, допустим, да. Если он добился, допустим, какой-то там богатства, вот он спорткары коллекционирует. Его очень сильно ломает, просто он спать не может. Он его физически боли испытывает, если он не... Нет, все, я его удаляю. Все, саму программу удалю. А другой человек, допустим, там книгу хочет написать. Всем пока. Всем удачи. Еще 50 стран объездить там, во втором году. Всем спасибо за ваши теплые слова. И лайки. У вас, допустим, там есть какой-то тоже бусик свой? Нет, конечно. У каждого есть какой-то свой. Ну, не даете мне уйти. Если вы не получите, вы будете лично... Ты уже больше минуты, как вы хочешь. Мне не дают уйти. Все выйдите, я выключу. Это все пишут, стой, стой. Все посылаете, закрываетесь со слезами в комнате и так далее. Никого не хотите видеть, пока не получите то, что хотите. Это у всех есть, да? У всех есть, да, у всех. Кали, у всех это вас осознает. Нельзя так не уходить. Все осознают. Чего ждать? У всех это есть, просто не все это в себе. Блин, не заходите. Потому что многие люди... Мне вообще ничего не надо. Ну как вообще не надо? То есть не надо, то есть вообще не надо. Петр Осип уже говорил, когда вот ты больше так закрываешься, а? Ну если со стороны посмотреть, это польза или вред? Это же вред. Зачем ты это делаешь вообще? Зачем ты ноешь? Это плюс не приводит, чем плюс не подает. Просто надо делать. Это тоже верно. Так вот, сторителлинг, да? И вот ваша задача вот... Это все для корпоративного блога, да? Это для всего, что...